обоюдно тут правила нарушали. Да, его толкали. Но потом наступил... Болит сборной Португалии, все-таки там есть несколько Криштиану Роналду. Подача в сторону ворот. Даже на дальнюю штангу на этом чемпионате. Карвали, Сатильда Мойса, потому что предпоследним даже Лига Чемпионов. Да. С мячом Криштиану Роналду и отключил. Передача выполнила Фигу. И это уже Криштиану Роналду. Обыграл и пробил. Еще раз пишет в основном. Мяч заходит только. Риту попробовал, Риту по левому флангу в штрафной. Опять раз навешивает. А вот сейчас было нарушение правил. Нет. Пока играется, но не слишком еще комфортно. Что-то думаю, будет бить он в тот угол. Тиаго Сансу. Не. Тиаго Сансу. Они сейчас берем Сансу. Чего не? Получил на 30-й минуте предупреждение. Не дошел. Против него Джерард. Обыграл Стивена Джерарда. Сника. Бекхэм. И что показывает Арасио Лизотто? Трибуны взревели. Показалось, что... Тисток не выпадает в него. Бекхэм как раз у Бекхэма с друзьями по команде хорошие отношения. И продолжает. Он ведь уже потерял равновесие. Он уже практически сидел на газоне. Красная карточка! Красная карточка. Желтой у Руни не было. Обоюдно тут правила нарушали. Да, его толкали. Но потом наступил хороший мяч. Нарушение правил. Мигел. Мяч у него под левой ногой. Фигу! Маниш. Все-таки замечательный футболист и делает передачу. Трибуна отправил. 사실 여기는 벨젠키는 월드컵이 4년을 준비해서 월드컵을 Мигел. Правый фланг идет. Атака Криштиану Роналду набирает. Надо будет, и мяч отберет. Роналду. С левой ноги. И вытащил бы этот, не знаю. Второго добавочного тайма. 사실 뭐 잘 찾아 뭐 잘